Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем видеокурс «Постобработка предметной фотографии для продвинутых». И следующим номером нашей программы будет вот эта картинка «Шевроле» 1957 года, фотосессию которого мы делали на одном из видеоуроков, посвященных предметной фотографии. К сожалению, у меня не сохранился исходник, но, к счастью, сохранилась видеоверсия. Правда, немецкая, но используя уже мои теперь знания в русском фотошопе и сочетание клавиш, которые я буду показывать, я думаю, нам удастся сделать и это. Итак, мы начнем с кадрирования. Возьмем инструмент «Рамка» и откадрируем наш снимок. Ну а теперь давайте посмотрим, что нам предстоит сделать сейчас. Во-первых, я вижу стык между кафельной плиткой и фоном. Эту область необходимо высветлить. На самом деле она ярко-красная. Рефлексы в стекле тоже убрать не нужны. Добавить собственные. Пыль на капоте непременно убрать. Зажечь фары. Ну и, пожалуй, все. Немного, но тем не менее надо это сделать. Для начала продублируем оригинал. И теперь, взяв прямолинейное лассо, выделим участок, который нам необходимо заретушировать. Сдвинем выделение немножко ниже и, зажав две клавиши Ctrl и Alt, подвинем уже копию этого участка наверх на этот стык. Те же манипуляции проделаем и с этим стыком. С помощью заплатки сравняем видимые края. Кстати, не забудьте вот про этот стык. В этом видео я его просмотрел. С помощью инструмента перо мы выделим вот эту часть лобового стекла. Сделаем выделение с радиусом 3 пикселя. И, взяв корректирующий слой уровни, мы начнем высветлять этот участок, создавая красивый блик. Если нам покажется, что блик слишком острый, то в масках мы можем смягчить его. На 9 пикселей. Чтобы сделать светлее некоторые части автомобиля, я пользуюсь таким способом. Беру уровни и начинаю делать пересвет. Затем, превратив с помощью комбинации клавиш Ctrl-E нашу маску из белой в черную и, взяв кисточку с белой краской, с мягкими краями, а самое главное, пониженной непрозрачностью, я начинаю потихонечку высветлять нужные мне участки. А также контуры машины. Порядок. Снова, взяв перо, мы создадим контур для выделения
тем, чтобы эту часть высветлить. Ноль пиксель размытия и копируем это выделение на новый слой и с помощью кривых высветляем. Как зажигать фары, я объяснял это на прошлом уроке, поэтому я думаю, что этот момент мы выпустим, чтобы не повторяться. Напишем текст. Chevrolet Corvette. Подберем для него шрифт. И разместим его, добавив контур. Я думаю, вы знаете, как это сделать. Ну вот, второе задание выполнено нами. Довольно-таки удачно, я считаю. Следующим в очереди мой любимец Studebaker. Оставайтесь с нами, вскоре мы займемся его ретушью. С вами был Эдуард Петер от фирмы Peterson. Я прощаюсь с вами до следующего раза. Пишите нам. Пока!